В столице Чувашии сегодня прошла эвакуация. Сигнал об обнаружении подозрительной сумки поступил с центрального автовокзала. На место происшествия сразу выехали сотрудники управления МВД по городу Чебоксары. Саперы и кинолог. Бесхозную сумку обнаружили в камере хранения. Сотрудница вокзала рассказывает, что подошла девушка, взяла поклажу, долго что-то искала и ушла. На пол все разложила, все вещи вот полностью целые. Половину места заняла, где-то полчаса искала, там что-то искала, не знаю, ковырялась, там полчаса ковырялась. Вот, хозяйка, вот, да. Потом она все собрала, еще 15 минут собрала, потом все собрала, потом она ушла. Когда вышла отсюда, сказала, я спрашиваю, куда вы идете? Никуда, я вот пошла, не знаю, куда, говорит, и все, пошла. Все посетители вокзала были срочно эвакуированы. В ходе осмотра оставленных вещей предмет, угрожающий жизни и здоровью граждан, не обнаружено. Спустя час работа автовокзала была восстановлена. Татьяна Молокова, Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.